Добрый день. Когда-то в 90-е годы в мире были популярны такие фотоаппараты, как полироиды. Это были фотоаппараты мгновенной печати, главным преимуществом которых было то, что фотокарточку можно было получить мгновенно, не прикладывая к этому особенных усилий. Сфотографировал, выползла карточка, на ней быстро проявилась фотография, и вы все довольны, любовались тем, как удачно получилось корчить рожи на камеру. Потом пропали пленки, пропали полироиды, мир стал цифровым. И вот последние годы всех опять потянуло на теплый ламповый аналог. И, пользуясь этим, Fujifilm запустили серию фотоаппаратов мгновенной печати Instax, которые, по сути, представляют собой те же самые полироиды, но на новый лад. Одна из моделей этой линейки – это фотоаппарат Instax Wide 300, который отличается от своих аналогов Instax Mini и прочих фуджифильмовских Instax'ов тем, что печатает самые большие по размеру фотографии. Если остальные фотографии размером квадратным, то это прямоугольные снимочки. Ну, они, конечно, не размером даже 10 на 15, а меньше, потому что чем больше будет размер получаемой фотографии, тем, соответственно, больше придется делать сам фотоаппарат, ведь в него вставляется уже готовый лист фотобумаги в виде кассеты. Поэтому чем больше будет размер готовой фотографии, тем больше придется делать габариты самого фотоаппарата. Вот такой Instax Wide 300 в коробочке с двумя кассетами поступил на обзор. И сейчас мы посмотрим, что скрывается внутри вот этой красивой коробки. Внутри коробки скрывается инструкция на всех языках мира. Инструкция на русском языке. Это у нас шнурочек, ремешочек, которым можно прилепить, чтобы было удобно носить фотоаппарат. Уникальная вещь – линза. Она нужна для того, чтобы делать макросъемку, как написано в описаниях. То есть фотоаппарат можно снимать какие-то портреты, можно снимать пейзажи, а можно попробовать сделать селфи. Вот для селфи и макросъемки как раз и нужна вот такая вот линза, которая крепится на сам фотоаппарат. Как крепится, это мы дальше посмотрим. Дальше у нас здесь в коробке прячутся батарейки в количестве. Четырех штук. Ну, батарейки самые обычные, с комплекта ничего тут удивительного нет. А дальше, собственно, сам фотоаппарат, упакованный в пупырчатую пленку, что так любят многие, потому что эта пленка сама по себе антистрессовая вещь. Можно замечательно подавить пузырьки. Ну, вы знаете, если увлекаетесь. Вот такой фотоаппарат. Большой. Сразу надо сказать, довольно габаритный. И даже очень по размерам, конечно, меньше, чем полироиды 90-х, кто понимает, о чем речь, но все равно большой. Видоискатель, вспышка, кнопка включения, она же кнопка фотографирования, объектив. Объектив переводится, но сейчас этого сделать нельзя, потому что он еще не приведен в боеготовность, скажем так. Вот сюда крепится ремешок. Сюда вставляется кассета. Вот открывается это дело вот так. Вот сюда будет вставляться кассета. Вот объектив. Вот так он выглядит внутри. Вот такая интересная модель. Две кнопки управления. Кнопка управления вспышкой, кнопка
режима делает ярче или наоборот темнее, в зависимости от того, какие условия съемки. То есть кнопку управления минимум, ну это собственно не удивительно, потому что этот фотоаппарат, конечно же, предназначен для того, чтобы быстро что-то получить. Увесистый. По описанию он весит порядка 600 грамм. Ну, да, такой приличный фотоаппарат. Впечатление достаточно положительное. Ну, посмотрим в дальнейшем, как он будет себя вести. А вот отсюда, собственно, выезжают фотографии. Вот из этой прорези. Вот, пожалуйста, вот такие они будут по размеру. Ну, дальше посмотрим, что будет получаться. Наша техника готова к включению. Сейчас мы в нее вставим вот такую кассету, которую не рекомендуется трогать пальцами спереди. Вставляется она вот так. Это будет у нас показывать, что кассета вставлена вот в этом отверстии. Батарейки вставляются вот в этот отсек, 4 штуки. А сама кассета вставляется вот сюда. И сейчас мы это сделаем. Так, батарейки у нас вставлены. Батарейки здесь вставляются хитро, надо обязательно смотреть, как показаны плюсы и минусы, потому что пружинки тут поставлены немножко специфически. Обычно пружинки ставятся со стороны только минуса, а тут они почему-то оказались и со стороны плюса, и со стороны минуса. Ну, вот такой неожиданно странный подход. Вот, еще постараться, чтобы всякие разные вещи не торчали. Вставляем кассету. Кассета вставляется вот таким образом. Та-дам. И закрывается. Бах. Все. Наш фотоаппарат готов к работе. Если мы сейчас его включим, он должен нам чего-то сказать. Да, вот, пожалуйста, он нам, собственно, чего-то и сказал, соизволив включиться. При включении у нас замигало здесь. Здесь пока ничего не показывает. Но если нажать, вот, пожалуйста, если нажать, то вот загорается уровень Light, Dark или просто режим. Вот полностью вспышка. Или гаснет. Но чтобы начать работать, нам надо сначала будет отстрелить пленку. И вот это так. Это защитная бумага. Фотоаппарат готов к работе. Вот он показывает циферку 10, которая говорит о том, что мы можем сделать 10 фотографий. Нужно будет попытаться. Линзы для селфи на Instax White 300 устанавливаются следующим образом. Просто берем ее и аккуратненько устанавливаем ее на место. Вот и все. Вот так, раз, и линза встала на свое место. Можно снимать на близком расстоянии или самого себя попробовать сфотографировать. Линзы для селфи на Instax White 300 устанавливаются следующим образом. Просто берем ее и аккуратненько устанавливаем ее на место. Вот и все. Вот так, раз,
И линза встала на свое место. Можно снимать на близком расстоянии или самого себя попробовать сфотографировать. Так, фотоаппарат готов. Сейчас мы попробуем сделать первый снимок. Снимаем. Ну, живой. Вот такая фотография получилась при фотографировании в помещении, при освещении. Сейчас где-то прошло примерно минуту полторы, вот фотография почти уже проявилась. Ну, в принципе, разборчиво. Такая типичная полароидовская фотография, достаточно разборчивая. Это был стандартный режим. Попробуем еще, как это все будет получаться на улице.